Момент столкновения зафиксировала камера видеорегистратора, которая была установлена в салоне Приоры. На этих кадрах видно, что Лада двигалась по улице Эсперанто со стороны моста Миллениум. На перекрестке водитель решил повернуть налево, на улицу Павлюхина, но завершить задуманный маневр не успел. Когда «Лада» начала маневр, в нее на всем ходу врезалась «Хонда», которая ехала ей навстречу. Водитель иномарки утверждает, что не нарушал никаких правил дорожного движения. Ситуация какая? Там, когда загорается зеленый, когда моргает уже зеленый, здесь уже перестает гореть стрелка. То есть, когда у нас горел зеленый, там уже, ну, однозначно был красный. То есть, вот он поворачивал, вот здесь было место ДТП, то есть он поворачивал как по встречной полосе, мы его ударили. Как рассказал водитель «Приоры», когда он начал поворот на светофоре, горела стрелка, разрешающая этот маневр. Зеленый горел, у меня стрелка была. У меня стрелка. У них кто едет прямо, они стоят все. То есть он вас пропустить должен был? Да. После столкновения обе машины развернула и отбросила друг от друга в разные стороны. В «Хонде» сработали подушки безопасности, которые уберегли водителей и пассажиры иномарки от серьезных травм. А вот молодого человека, который находился за рулем «Приоры», врачи скорой помощи все же осмотрели. Один пострадавший, да. Нет, отказался от госпитализации. Водитель «Хонды» надеется, что восстановить истину поможет запись с камеры видеорегистратора. По его мнению, на ней отчетливо видно, что «Лада» выехала на перекресток, когда стрелка светофора, разрешающая этот маневр, уже погасла. В принципе, тут камеры есть, я думаю. Ну, человек признать не, ну, виновным. Обе машины получили столь серьезные повреждения, что с места аварии их увезли на эвакуаторах.